Так, я задумала сделать соус из фисташек. Для этого я почистила фисташки. Сейчас их замочу, чтобы у меня шелуха отошла. Видите, вот эта вот шелуха. Вот эти вот уже готовы, чистенькие. А вот эти сейчас еще мне не хватило. Сейчас замочу и потом почищу. Итак, вот почему я заливаю холодной водой, а не кипячу, как многие не опускают в горячую воду? Потому что если опускаете в горячую воду, они теряют некоторую часть и вкусовую, и своих масел. Поэтому лучше рекомендуется залить водой холодной, подождать и потом почистить. Привет всем! Карантинный рецепт. Я себя не показываю. Я сегодня буду делать соус из фисташек. Еще это часто называют песто из фисташек. Песто ди пистакио. Вот. Ну, в общем, буду пробовать в соленом варианте. Это мне понадобится для пасты потом. Замочили фисташки не соленые, чтобы почистить у них кожицу. Потом нам понадобится сыр, грана падан или пармезан, что любите. Чесночок, соль, базилик, масло. Ну и перчик, там все по вкусу. И все это будем перемалывать. Я приступаю. Я сегодня попутно еще изучаю этого зверя. Бимбу. Такой аромат, фисташки и чеснок. Это какая-то просто бомба. Уже вкусно. Сейчас на этом этапе добавили масло оливковое. Очередь за сыром. Итак, я добавила еще соль мелкую и перчик. Все по вкусу. Если что, потом добавлю. Вот сейчас такой результат. Но я хочу, чтобы был крем. Вот прям крем-крем. Поэтому сейчас буду молоть очень-очень мелко. Вот наш результат. Вот такой запах, вкус. Мы уже попробовали все. Ждем обед. Собираем ванночку. Adesso si può. Allora, una novità. Sono i paccheri questi? Paccheri. Paccheri al pistacchio. Pesto al pistacchio. Pesto al pistacchio. Quindi ci stanno anche i pistacchietti. Da. Sani. Mm? I pistacchietti grattati, poi c'è l'olio. Aglio, basilico, grana. Tutto macinato, fatto pesto, insomma. Sì. Abbiamo pestato. Pestato, sì. Benissimo, assaggiamo. Uno. Mi piace. Eh? Un sapore buonissimo. Io mi ci sono messo pure un pochettino di peperoncino. Però, non ti manca mai. No. Buon appetito. Grazie. Vino bianco. Cin cin. Cin cin. Auguri.